пятницу, 6 сентября, Орловскую область посетил первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы Геннадий Онищенко. На встрече с губернатором обсуждались вопросы развития потребкооперации в регионе, ход подготовки предприятий к конкурсу Кубок качества Центра Союза. Что касается потребкооперации вашей, то она на одном из лучших счетов в нашей стране, и она, вот я надеюсь, что в ближайшее подведение итогов будет прошедшего 19 и 18 года, она выйдет на первое-второе место. Так что тут никаких проблем и оснований нет, поэтому я и приехал сюда, чтобы вместе с вами порадоваться и прислониться к вашим успехам. Спасибо. Действительно заинтересованы в развитии вопросов, которые сегодня поднимаются в Государственной Думе, в Комитете по образованию и по науке, потому что сегодня для нас одно из ключевых направлений развития. Ну и сегодняшний визит, его формат содержания, связанный с развитием и оценкой деятельности нашей областной потребкооперации, он для нас является тоже очень важнейшим направлением. Мы в прошлом году подписали соглашение, которое предусматривает развитие двухсторонних отношений. Сейчас в проработке находятся вопросы по возможности льготного налогообложения. Геннадий Онищенко встретился с орловскими студентами Госуниверситета и провел лекцию для обучающихся по специальности технологии хлебных, кондитерских и макаронных изделий.